Сейчас я потрясаю первый рисунок от сердца. Кофейный бармен, он же бариста Антон Поваров, демонстрирует ловкость рук и умение изобразить рисунок в стакане с напитком в так называемой технике питчинг. Он выводит молоком на поверхности кофе базовые эталонные рисунки – сердце, тюльпан и ветку. Искусством латте-арт химкинский бариста увлекается уже 3 года. Я влюбился в кофе благодаря латте-арту, который сейчас есть в подобном виде. Можно учиться рисовать сердце, хорошее сердце за неделю. Тюльпан за 2, то есть, а разоты за 3, если есть большое желание. Все в зависимости от ресурсов и от желания. Антон Поваров – один из 5 участников конкурса «Latte Art Battle», который объединил кофейных барменов разных заведений города. Задача конкурсантов – создать четкий, симметричный и красивый узор. Кофейные соревнования прошли в Химках впервые. Цель, я сказал с самого начала, это немножко взбодрить кофейный рынок нашего города, потому что, как правило, такие мероприятия есть официальные чемпионаты, как и в России, так и мировые, которые проводятся под эгидой ассоциации кофейной «Specialty Coffee». Мы решили хоть как-то сделать такое простое мероприятие, плюс познакомиться с нашими коллегами по кофейному рынку, пообщаться, как-то просто популяризировать кофе, кофейную культуру. Баристой с самыми крепкими нервами и художественными способностями оказался герой нашего материала. Антон Поваров получил ценные подарки и уважение коллег к своему таланту.